Всем привет, с вами Ростик Санищи и всем ящикам и богачам привет. У меня есть план по видосам, но это вообще без плана видос. То есть он даже не был в плане. И я... Быть нищим — это неплохо. Это ужасно. Понимаете, о чем я? То есть я все больше задумываюсь, что... Вы просто представляете, когда у вас нет денег, вы не можете, по сути, ничего себе купить. У вас есть желание куда-то слетать, но вы это не можете сделать, да? У вас нет вообще ничего, по сути. А очень многое для улучшения своего состояния, там, всего такого, нужно просто потратить деньги. Например, прикиньте, такой моментик, вам стало скучно, и вы летите в Японию со своими друзьями отдохнуть, и так просто со всеми штуками. То есть... И поэтому я не хочу быть нищим, то есть это даже не в том плане, что заработать какую-то определенную сумму. Я скорее имею в виду возможность делать любой момент все, что я захочу. Но я сейчас так делаю, но я делаю ровно на свои возможности, которые у меня имеются. Допустим, я хочу отдыхать, я лежу на кровати, но условно, если бы у меня было больше денег, у меня бы... Кратно ветви разрастались возможностей, чтобы я мог делать. Понимаете, о чем я? То есть, деньги — это скорее плюс, чем минус. И чем у нас больше денег, тем больше мы можем лучше прожить. Как мне кажется, мне было бы интереснее, если бы у меня было больше денег, чем меньше. Поэтому я сейчас... Сделал. Вот смотрите, мои видео, которые сделаю. Как я заработаю на конкурсе с нуля. Как я куплю эфириум, как я куплю... А, как купить биткоин, как купить биткоин. OKX уроки, Bybit серия уроков, Binance серия уроков. Интервью изучить старые. Интервью, брат, что бы это означало. Не забывать ТГ рекламить. Ой, забыл. Смотри, у меня, кстати, есть мой ТГ? Он по ссылке в описании. Вы можете туда зайти и подписаться. И там будут, ну, какие-то темки, может, там, с отдыха мои. В общем, там будет все для... Ну, плюс вы не потеряетесь, потому что, по сути, если вам понравилось это видео, и вы не хотите меня потерять, лучше зайдите в ТГ, потому что вы так меня не потеряете. Ну, и там я буду закидывать вообще инвестиции, все что угодно. Вот как-то так. Идем дальше. Почему за криптой будущее? И сделать видео про фьючерсы. То есть, как бы я знал, что я нищий. Я не могу в данный момент, я не имею возможности полететь в Японию и отдохнуть. Хотя, честно, я бы хотел. То есть без рофла, да? И... Это печально, но с этим можно работать. То есть это можно исправить легко. Таким образом, что просто разбогатеть. И тогда у меня будут деньги, и тогда я смогу больше делать, чем мог бы без денег. Поэтому я считаю это важно понять, что тебе нужно. Мне не нужно быть нищим. Я это понял, притом я долго это понимал. И я скоро поставлю определенные цели, задачи, чтобы, на что бы я хотел накопить, чтобы сделать. Понимаете, о чем я? Вот, как-то так. И прямо сейчас я записываю много видео сразу. Таким образом, чтобы за один день сделать сразу видео наперед. И я вижу, как люди реагируют на мое видео. Они ставят лайки, они пишут комментарии. То есть, если вам нравится это, понравилось это видео, вы можете поставить этот лайк, чтобы YouTube продвигал это видео. Или в комментариях написать, желательно с аргументами, где вы со мной согласны, где нет. Или, может, я где-то ошибаюсь. Хотя, я так не думаю. Но, с другой стороны, так думают все, кто не ошибается. Вот как-то так. Я даже не знаю, какое будет следующее видео. Может, у вас есть какие-то идеи, вы можете написать в комментариях. Если будет интересная идея, то я сделаю по вашей идее видео. И будем работать с тем, что имеем. Главное... То, что работать с тем, что имеем. То есть, ну, по факту, я нищий, по факту, да?
у меня нет возможности полететь сейчас в Японию, но мне нужно просто разбогатеть. Окей, мы посмотрели, мне нужно разбогатеть. Теперь нужно подумать, как разбогатеть. Вообще желание есть разбогатеть. Нужно просто рекламировать биржи. Люди будут регистрироваться по ссылкам, торговать. Они будут получать скидку на торги 10%. И я буду получать с них комиссии. Довольно надежно. Пойду делать эти видео. То есть, вот это такой дневник, как вы увидите, как я, будучи сейчас нищим, я буду богачом. Притом, это тебе ролик, ты будешь смотреть. Ну, если ты реально богач, такой, знаешь, ну, прям богач, ты, ну, чисто закидывать хотя бы для вида, не забывай там, нищим тоже. Ладно, хотя бы для вида, это угарчик. Ну, это жестоко, бро. Это жестко, бро. Это жестко. Ну, конечно, прическа. Ладно, все, надо заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Вроде все не забыл.